Привет, мои хорошие, чем сейчас занимаюсь? Перевалкой, пересадкой огурцов. Вот видишь, они у меня в каких стаканчиках? В таких. И помидоры. Помидоры были в разных вот таких. Переваливаю сейчас в большие. Очень понравилось мне вот в бумажных, потому что вот в пластиковых я разрезала, вот видишь, и вынимала огурцы. Вот, считай, пересадила. Такой, ну плохо вообще, конечно. А вот в бумажном, его разрезаешь, и прям целый ком с корнями ненарушенными. Это огурец изящный. А помидоры хурма и черри у меня. И большой помидор сейчас уже утащил на второй этаж. Вот еще смотри, цветет маленький. Маленький огурчик, в общем, переваливаю в большие емкости, во всякие разные, и в такие, какие есть, и такие. В общем, вот проливать потом фитоспорином. Сейчас буду дальше пикировать вот такие огурчики. И маленькие тоже буду переваливать, и перчики. Такая работа.